Итак, приветики всем. Сегодня у нас видеообзор товаров с AliExpress. Видеообзор, я думаю, будет коротким, недостаточно долгим. Поэтому начнем. Ну вот хочу сказать такую предысторию. Ну, во-первых, в последнее время я не особо любитель бегать по магазинам и искать всякие разные вещи, ну, которые не особо значимы в нашей жизни. Например, подставка под кружку для горячего, там какие-то наклейки на ногти. То есть такое. Я считаю, что можно сэкономить время, и тем более есть огромный выбор на AliExpress, и все это купить. Так вот, сегодня у нас в распаковочке посылка с AliExpress, и это будет подставка силиконовая под чашку. Цена ее недорогая, она стоила около 50 центов. Это, если на наши деньги, это 15 гривен. Вот такой вот упаковочки. Она силиконовая, небольшая, как мы видим. Прилипла. Такая в виде лимончика. Но под чашку как раз нормально. Если бы заказала на работу, на рабочий стол, на свой. Мягкая, приятная на ощупь. С этой стороны она матовая, такая чуть-чуть, ну, так сказать, она не липкая, но шероховатая. А здесь глянец. Вот, в принципе, по этому товару, я думаю, все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.